Депутатский дозор. Народные избранники вновь вышли на дороги Караганды. На этот раз проконтролировать ход среднего ремонта улиц города. Как обычно, без нареканий со стороны представителей депутатского корпуса не обошлось. Ирина Камышова вместе с народными избранниками смотрела, как ремонтируют значимые для шахтерской столицы дороги. До окончания ремонта дороги от ХМК до Голубых прудов осталось 2 недели. Большая часть трассы уже сделана. Сюда депутаты приехали в первую очередь. Здесь работает специальная ремиксирующая установка. Она разогревает и срезает старое покрытие, после чего дорогу выравнивают и укладывают свежий слой асфальта. Так надежнее и быстрее, говорят подрядчики компании «Ремиксер». Темп работы намного выше. Здесь из-за того, что большая интенсивность автомобильного потока, по этой причине нужно будет чем быстрее пройти данный участок, тем нам лучше. Поэтому ремиксирование в данном случае нам выгоднее. Ремиксирующая установка, конечно, преимущество в укладке асфальта. Вот только народные избранники отметили, что отсутствие геодезической службы скажется на качестве дорожного покрытия. Кроме того, подрядчики не наладили поставку асфальта. На этот участок его привозят со значительным опозданием. Средний ремонт прошел и по улице Гудермесская. Это уже третий визит депутатов на эту улицу. Асфальт уложили, а вот про проблемный съезд 91-й школе снова забыли. Обещанный чиновниками ремонт так и остался на словах. Подрядчики УЛАР-МК к съезду не притронулись. Но после личного обращения депутатов обещали до 1 сентября проблему решить. Пока же компания рассказывает о проделанной работе. Средний ремонт входит. Это ямочный ремонт и выравнивающий. Потом идет крупнозернистый асфальт слоем 6 сантиметров и 5 сантиметров верхний слой, мелкозернистый асфальт. Аналогичные работы прошли по улице Татимбета на юго-востоке. Сюда депутаты наведались тоже. В настоящее время, как вы видите, уложен нижний слой. Сегодня работы приостановлены в связи с погодными условиями. Общая сумма выделенных средств по итогам конкурса составляет 58 миллионов. Тем временем народные избранники нашли ряд недочетов на этом участке дороги, которые ввиду отсутствия финансирования в этом году решить так и не удастся. В первую очередь это ливнеприемники, ливневые канализации, нужно их восстанавливать и чистить. И второе замечание – это бордюры, так как после второго слоя вы видите, что граница между тротуаром и дорогой будет стерта. А вот дороги в центре города делают по европейским стандартам. Это улица Ермекова. Здесь используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Такую же, что на бульваре Мира. Она на 20% дороже обычной, но пролежит дольше, говорят специалисты подрядной организации «Аградор». Сейчас подрядчики решают вопросы с хозяевами парковок. Они должны за свой счет, то есть установить бордюры и восстановить асфальтобетон до уровня, чтобы, естественно, вода не стояла, не скапливалась, и асфальтобетонное покрытие, кромка не разрушалась. Частично есть согласие, ну, в процентном соотношении это 70% согласны, остальные 30%, скажем так, пока еще в раздумьях. Акиматом будет принято решение, об этом говорилось раньше на совещании, они будут ликвидированы, то есть мы полностью закроем парковку и пройдем прямо бордюром. ШМА покрытие проложили по улице Воинов-Интернационалистов. Здесь также установили гранитные бордюры и технический тротуар. К среднему ремонту этой дороги у депутатов нареканий не возникло. По итогам выездной комиссии народные избранники направят ряд рекомендаций в исполнительные органы. Первый главный вопрос, который долговечность нашего покрытия. У нас через 3-4 года начинается уже появляются трещины, появляется это. И уже на 5-й год уже необходим капитальный ремонт. В ближайшее время сессия даже областного мастыхата будет снова выделяться, будут дополнительные деньги. Это особенно Бухаржрау. Это наше лицо города. И поэтому, я так думаю, это будет, как говорят, одним из тоже красивых не только улиц, но и дорожного покрытия. Ирина Камышова, Турген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.